У этого места особая аура. Аура чего-то тайного. Этот зал напомнил мне образ из моего видения. Видение. Мы очень близки к цели. За этой стеной. Кажется, здесь. Я пока не набрал достаточной магической силы. Используй заклинание портала здесь, перед этой стеной. Оно приведет тебя в какое-то тайное место. Моя интуиция еще никогда не подводила меня. Неужели мы действительно найдем здесь ответ на вопрос, как призвать спящего? Это место больше похоже на похоронный зал. Идем дальше. Иди вперед, я пойду следом. Нет! Этого не может быть! Здесь ничего нет. Ничего, кроме костей и пыли. Нет! Господин, ответь мне! Яви себя, спящий! Нет! Ну вот, он окончательно сошел с ума. Это все твоя вина. Твое нечестивое присутствие разозлило всемогущего спящего. И теперь я должен расплачиваться за твое святотатство. Я должен принести жертву своему господину. Человеческую жертву. И тогда он точно просветит меня и сделает меня своим слугой. Умри, неверный! Thank you.
Я больше не слушаю всякую. Да хранит. Похоже, назревает проблема. Я не хочу. Держи. Я был на кладбище орков. Там нет ничего. Ни спящего, ни зацепки. Вообще ничего. А идол Люкор и его стражи? Они все мертвы. Мертвы? Но почему? Что произошло? Пещеры кишмя кишат орками. Они перебили всех стражей. Мне и Люкору удалось выжить, но он при этом сошел с ума. Он кричал, что спящий приказал ему убить меня, и искренне пытался выполнить этот приказ. Похоже, он просто не мог смириться с мыслью о том, что ему так и не удалось ничего найти. Я не верю, что воля спящего подвигла его на столь ужасный поступок. Этого не может, не может. Это не относится к делу. Этого не может, не может. Это не относится к делу. Важнее всего то, что идол Люкор еще не зашел слишком далеко в своем безумии. Теперь вся наша надежда на Юбериона. Это точно не моя проблема. Что-то не то. Как поживает Юберион? Он не очнется, если мы не поможем ему. Видишь, он слабеет с каждой минутой. Я знаю, как разбудить его. Но для этого мне понадобится твоя помощь. Что я должен сделать? Принеси мне целебные травы с болота. 5 кустов самого сильного сорта должно быть достаточно. Прошу тебя, поторопись! Да, не хотел бы. Это было не слишком умно. Это было не слишком умно. Это точно не моя проблема. Ладно, будем считать. Эй! Постарайся не причинять вред. Как дела? Я на небесах. Здесь есть такой фортуна. Thank you.
кончил его. Он прикончил его. Об этом ты пожалеешь. Ты об этом пожалеешь. Ему хватит. Это точно не моя проблема. Я думал, это выяснили еще очень давно. Некоторых людей ничего не учат. Как я узнаю, что это именно те травы, которые мне нужны? Они похожи на звезды, с 8 зелеными и оранжевыми листьями. В путь. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Где я смогу найти эти травы? Ищи их на болоте позади лагеря. Тебе придется зайти далеко вглубь болота. Постарайся не попасться болотожорам. И хватит тратить... Давай поговорим о чем-нибудь еще. Это было не слишком умно. Я больше не слушаю. Может быть. Слепость. Ты не должен верить всему. Похоже, назревает проблема. Я еще не собрал. Возможно, у Фортуна, травника, есть что-нибудь. Торопись! Пока меня не впутали. С некоторых людей ничего не будет. Что ты мне сделал? Люди всегда болтают. Это выяснили еще очень давно. Не хотел бы я оказаться на его... Давай... Что тебе... Выяснили еще очень давно. Это точно не моя проблема. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Ты не должен верить всему, что больше не нормально кажется. Скорее всего, ты прав. Я больше не слушаю всякого трепания. Если ты думаешь... Вот целебные травы для Юбериона. Отличная работа. Пока ты уходил, Юберион ненадолго пришел в себя. Он что-нибудь говорил? Да, он сказал, что спящий не то, что мы думаем. Мы больше не должны пытаться пробудить его. Нам остается только надеяться, что для Юбериона еще не все потеряно. Пока меня не впутали. Юберион мертв.
Наш духовный наставник покинул нас. Людям не обязательно. Даже с твоей помощью нам не удалось спасти его. Что же теперь, Корангар? Я всегда доверял Юбериону. Незадолго до конца он возложил все свои надежды на план спасения, разработанный магами воды. Так что теперь мы должны поддерживать магов воды и их идеи. Может, я думал, им понадобится магический юнитор и альманах. И тем, и другим владеет Коргалом. Где сейчас Коргалом? Он был в ярости. Забрал нескольких стражей и отправился искать свой собственный путь к спящему. Проклятие, как же нам теперь добыть юнитор? Я думаю, что он оставил книгу и юнитор в своей лаборатории. Может быть. Вот ключ от сундука. Я больше не слушаю всякую дрипать. Минуту. Да. Прими эту магическую руну. В знак. Она позволит тебе легко и быстро переноситься во двор нашего храма, когда в этом... Благодарю тебя. Скорее всего. Были времена, когда все было... Каждый раз, знаете... Больше этого не будет. Я сомневаюсь, что это когда... Держись. Лучше не наш... Скорее... Не хотел бы я оказаться на его месте. Что-то не то... Убери оружие! Опусти оружие! Каждый раз... Thank you.
не хочу в этом. Нагомеда! Я хочу научиться владеть двуручным мечом. Ладно, начнем с самого простого. Держи меч горизонтально. Тебе понадобится большой замах, чтобы атаковать противника тяжелым оружием. Подними руку и бей вертикально вниз. Обычно этого достаточно, чтобы избавиться от любого врага. Используй инерцию движения, чтобы вернуться в исходную позицию. Двуручный меч просто идеален для боковых ударов, чтобы держать противника на расстоянии. Пожалуй, начнем с этого. Тренируйся. Скорее всего, ты прав. Это было не смешно. Ты не должен верить тому, что слышишь. Привет! Похоже, назревает. Я подумал, мне стоит доложить о прибытии. Хорошо. Я хочу быть в курсе всего происходящего. Великая церемония состоялась. Ты хорошо поработал. Как идет от... На старой шахте хорошо... Я оказался на его месте. Что-то не то.